Вот понимаете, ключевой момент это сказать, а я-то тут при чем? Вот касательно такого, что не стоит браться за заведомо безнадежное дело, допустим. Я уже сейчас вот про это рассуждал, что это вот как раз мое. Меня вдохновляет взяться за абсолютно безнадежное гиблое дело, когда мне уже сказали тысячу раз, что все точно. Значит, точно не получится. Крест поставлен на крест и, как говорится, припечатан крестом. Я как-то начинаю оживать и думаю, что, черт подери, а ведь дико интересно получается. А касательно каких-то прочих вещей, там, допустим, что все смертны, да? Опять же, надо задавать себе вопрос, а при чем здесь я? Откуда такая убежденность стопроцентная, что это ждет вообще каждого? И ждет именно в том виде, в каком это со всеми происходит. Ну, тут, конечно, я забрался в такую зону, извините, что... Ну, как-то тут все действительно ясно. И даже в последнее время я не нахожу в этом что-то особо ужасное лично для себя. Но, тем не менее, надо каждый раз понимать, что все, что происходит, это все происходит заново. То есть это все новое. Вот новое именно не в том смысле, а в оголтелом желании нового. Модно, я думаю, было во многие времена. Там развиваясь, меняйся, там, я не знаю, ремонты там делаю в квартире каждый год, там обдирая все новое, там новые страны какие-то там. Я не знаю, вот что-то все новое, как-то все менять в своей жизни, вот это все оголтелое. Понимаете? Это совершенно вот не то, а вот то, что вот ты как единица бытия, вот, допустим, сидит единица бытия, ты как единица бытия, ты, я не знаю, вот ты плывешь как на лодке мимо берегов, которые вот действительно каждый раз они будут новые, может быть, какие-то мотивы повтор, да, но сама вот эта палитра обстоятельств, что у тебя в жизни, она каждый раз все меняется. И мозг у нас начинает нас, как это любят говорить психологи, программировать, что значит дальше будет примерно так же. И вот мы получаем рельсы, по которым мы движемся, что дальше так же. А с чего мы взяли, что дальше так же? Мы этого ничего не знаем.